Такого созвездия сцена конференц-зала еще не видела. 17 мая в стенах лежачего небоскреба прошло грандиозное шоу «МГИМО Старс». Событие объединило студентов университета и звезд русского радио. Идею коллаборации в русской медиагруппе задумали давно. В ноябре 2022 года состоялся кастинг, по итогам которого 20 лучших студентов получили возможность выступить на одной сцене с известными артистами. Юлия Савичева, Хабиб, Люся Чеботина – вот далеко не полный список артистов, исполнивших свои хиты в стенах МГИМО. Звезды российской эстрады поделились, что с радостью выступили вместе с ребятами и даже вспомнили свои студенческие годы. Все так же, очень самые крутые ребята, самые крутые преподаватели, самый классный вуз и очень тепло встретили. Там, конечно, мы сейчас так порвали прям нормально. Возможность показать свои танцевальные и вокальные таланты получили студенты с разных факультетов и курсов. Для ребят это событие стало поистине особенным. Перед выступлением я очень сильно переживал, поскольку мы с артистом не репетировали вживую ни раз. Это был, ну, такой небольшой экспромт в некоторых моментах. И я даже по мере выступления удивлялся тому, как у нас с ним получается вообще что-то делать. И на самом деле после выступления я вышел, и я просто такой... У меня был какой-то шок. «МГИМО Старс» — это поистине уникальный проект, который в первый раз, но я думаю, не последний, прошел на площадке нашего прославленного, любимого МГИМО, наш «Альма-Матер». И это, конечно, отрадно, что именно МГИМО был выбран в качестве первой площадки для такого масштабного события. Я в восторге. Я прям смогла кайфануть от своего выступления, полностью погрузиться вот в эту музыкальную атмосферу. МГИМО Старс супер. Огромное спасибо русской медиагруппе за то, что все это организовали вместе с нашим университетом. Организаторы мероприятия выразили уверенность в том, что новый формат ждет большое будущее. Русская медиагруппа планирует продолжать взаимодействие с МГИМО и открывать миру юные таланты. Елизавета Крылова, Дарья Беспалова, МГИМО 360.